бежит. Ника! Руженька. Алена захотела мороженка. Что-то Ника видно, докуда кератин. Всем привет! Приехали мы к родителям уже. Тут мамуля поливает что-то. Ладно, я тебе не буду показывать. Уж. А, пыль моет. А мы решили с Никой прогуляться. Мы что-то встали с Аленкой. С Аленкой встали, пока оделись и поехали. Еще не завтракали. Ничего. У меня сегодня очень длинный перерыв между едой. Я вчера поела, получается, в 3 и еще не ела. Но еще пока, честно говоря, и не хочется. Заехали, закупили фруктов, овощей на недельку. Опять очень удобно. Так, по субботам мы заехали там в магазинчик. Он далековато от нас. Ну и, короче, накупили. Я и капусту купила, манго купила этот раз. Короче, на ту же сумму вышло у меня. На ту же сумму вышло, только единственное, я не брала 3 шоколадки, а взяла манго этот раз. И взяла пастилу, взяла. Сейчас хочу с чаем попить. И взяла чурчхеллу. Ты что растоналась? Ника что-то стонет. На улице, кстати, жарко. Уже можно снимать джинсовку. Я взяла джинсовку так наверх одеть, но уже ее можно снимать. Вот такие дела. Рей. Пойдем, не скули, там он сеструля идет. Сейчас пойдем встречать. Пошли, 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 пошли. Скорей, 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 скажи. Побежали, мам. Я чуть сегодня белые кроссовки одела, потому что в светлых штанах, а в черных не стала. Думаю, как этот, как не пойми, кто буду. Но сюда белые кроссовки обычно не надеваю. Вышли девочки побегать. Алена бежит. Ника! Ну-ка, иди сюда скорей! Скорей бежи сюда! Куда ты сейчас там клеща найдешь какого-нибудь обязательно? Потом с твоей шерстью. Иди скорей сюда! Беги! Беги скорее! Ко мне, ко мне, ко мне! Ника, Ника, Ника! Беги скорее сюда! Ау! Бежит! Красоточка! Она не нравится, когда она бежит, у нее так ушки назад. Такая холёсая, такая хорошая. Жарко ей в доме сидеть. У нее на голове. Ой, запыхалась, запыхалась. Побежали скорее. Скорее, скорее, скорее. Жопка маленькая. В грязь не ходи только. Сейчас обязательно залезет. Ну, конечно. Ника, давай туда бежи. Ника. Беги вон за Аленой. Она со мной. Побежали, девочки. Ну, так мы с Аленушкой пошли за мороженком. Алена захотела мороженка, что-то не взяла футболку так. Ну, у нее кофта, конечно, легкая, но все равно жарко. Вот так. Жарковато. Поели уже рыбки, пожарили, мяско. Да, мясо я что-то один кусочек пополам с Никой поделила. Что-то. Нет. А рыба классная, рыба форель. Она вообще вкусная прям была. Прям очень. Алена захотела мороженку. Думаю, ну ладно, еще 4 нет, я еще тоже могу. Есть мороженку. Ох, полетел. На улице вообще кайф. Гулять. Травка вон зеленая. Да, кто проскрябал, да, травка зеленая. На молодежке прикольно мы ходим с Варюхой, где на танцы. Там, где давно проскрябали, там вообще такая травка зеленая. А так еще везде сухостой лежит и нифига не зеленая. Сейчас в кроссовках иду, думаю, надо какую-то легкую обувь на лето. Что-то... У меня обувь офигенная. Обуваться прямо 3 часа. Тебе в ней летом вообще будет ужасно. Надо что-то на лето. Потому что у нее конверсы, а в них летом вообще нога не дышит. Надо какие-то, не дышит. Ну, надо какие-то дышащие. Мне в кроссовках-то тяжело, в конверсах, мне кажется, еще тяжелее. Все, мы побежали. Вернулись мы домой. Смотрите, как у меня четко видно, докуда кератин. Вот это кератин, вот это мои волосы отрастают, их прям вообще... Мне кажется, они как будто даже на камере другого цвета, вот так, и тут светло идет, да? Угу. В жизни тоже так? Угу. Просто сейчас вижу, как будто такие темные. Только такие... переход намного плавнее, чем на камере. Да? Угу. Мне кажется... Мы сегодня с Аленушкой, вообще она сегодня меня в шок повергла, она сегодня гуляла, мы почти весь день были на улице. Ну, правда, еще поспали.
Ну, да, это мы уже погуляли, уже за мороженым сходили и погуляли так, и с Никой побегали. В общем, сейчас будем смотреть экстрасенсов. Но сначала я покажу, что купила. Аленушка собирается опять покушать мороженку, которую... Я не один раз возьму, если мне столько раз возьму. Ты с шоколадом, главное, нам оставь, чтобы... Мы-то еще с Варькой вообще не пробовали, я опять сегодня не попробую. Принесешь мне второй пакет? Поделила на два пакета. Сначала один взяла, потом думаю, нафиг. У мамы разделила на два. Не могу, все выпадывает из пакета. Я так, ну как я потащу это все? Реально переход такой прямо. Ну, вообще, надо свои отращивать. У меня бы сединок бы не было, было бы классно. Я бы вообще свои отращивала какую-нибудь. Очень вкусно, да? Да. Я так и не попробовала еще. Так, в общем, что я взяла? Я уже тут у родителей утащила мандаринку, съела. Взяла мандарины. У нас мандарины вообще все скушали. Взяла манго. А, манго одна штучка. Спела. Это красивая огурчика. Упаковочку. Упаковочку. Сколько там штучек? 5, наверное, уже. Груши меня подвели. Короче, взяла груши. В прошлый раз такие же брала. Они были супер вкусные. Этот раз они прям невкусные. Еще одна что-то, главное, подавилась. Вот одна мягкая есть. Короче, надо их подождать, пока они дойдут. Взяла капусты. Не знаю, хочу голубцы, но не знаю, жду измельчитель вообще, по сути. Мне нужен измельчитель, чтобы фарш не покупать. Хочу прям сделать сама. И хочу говяжий фарш. Что-то сегодня свинина. Я откусила, в общем, я съела кусочек, взяла кусочек шашлыка. Мы еще, кстати, принесли небольшой. И поделила его пополам с Никами, съели. Потому что, не знаю, что-то мясо мне не зашло, но рыба была просто обалденная. Жарили еще форель. Она была просто великолепная. Мы, короче, стейки жарили, и папа занес попробовать. Говорит, попробуйте, прожарились? Нет. Я беру кусочек. Не знаю почему. У меня прям аж позывы такие. Я думаю, господи. Так, еще взяла себе на сладенькое пастилу. Это вообще обожаю. Потом у мамы, если все нормально будет с яблоками, как в прошлом году, и груши, будем делать свою пастилу. Я в прошлом году много делала. Я хочу еще из... Морковку я хотела посушить. Думаю, что-то я хотела сделать. Я хотела чипсы морковные сделать. Вот так. Я же не всегда буду на диете, а вот такие, ну, полезные перекусы я люблю. Так, это взяли, потому что у нас здесь мясо. Взяли у родителей, сейчас Алена будет есть, и варюшки я хотела. Взяла помидор вкусных, которые похожи на домашние. Так, взяла яблок, но с яблоками вообще засада. Взяла, Варя сказала, хочет зеленые. Прошлые яблоки, представляете, они как лежали, так и лежат. Их никто не стал есть. Алена что-то не ела, Варюшка тоже не стала. И еще взяла 3 апельсинчика. Сейчас, кстати, посмотрим, что у нас там с яблоками. Реально, яблоки прям вообще как была. Как я в прошлый раз брала, надо сделать шарлотку, наверное. Или что с ним сделать? Осталась одна мандаринка, один апельсин, еще яблоки есть. Еще раньше мы покупали. Короче, можно делать шарлотку смело. Столько яблок, как будто у нас тут, не знаю, может, завтра и сделаю шарлоточку по-быстренькому. Она быстро делается, быстро съедается. В принципе, можно будет сделать. Все. Пойдем, сейчас быстро все уберу, пойдем смотреть новую серию экстрасенсов. Я уже в шоке от моих волос. Они хоть бы здесь кудрявые какие-то шли, они, наоборот, здесь прямые. Как будто я что-то так вот на голову одевала. Так забавно смотрится. С Алёнушкой смотрим фильм «Лихача». Не удалось нам посмотреть, в общем, «Экстрасенсов». Удивительно, но до этого каждый раз была новая серия сразу. Сегодня их просто нету. Мы все пооблазили, решили. Там выйдет в 1:00 ночи, что завтра утром посмотрим. Я еще позанималась немножко, совсем чуть-чуть, но позанималась. Буду сейчас монтировать влог.
досматривать последнюю серию, наверное, и пойдем спать, ложиться уже 12:30. И шанс, что завтра встанем пораньше. Я успею 2 раза поесть. Так что вот такие дела будем с вами прощать. А вот эта девушка опять меня дразнила. Она опять ела. 2 мороженых съела. Рамен съела. А я нюхаю и пью чаек. Вот такие вот дела. Сразу худая больше, а толстая. Да. Чего не знаю. Чего-то цвету. Рамен, наверное, неравномерно лег. Всем спокойной ночи. Всем пока.